Прием, прием. Здорово всем, с вами Хилхёрдс. Игра вроде бы пошла, я очень на это надеюсь. Короче, вторая серия. Только выложил первую серию, у меня сегодня 1.08. Еще буквально несколько дней и будет, и что-то будет, в общем-то, что-то будет. Ой, честно сказать, вот знаете, у меня есть на компьютере несколько установленных игр. Есть Halls of Tournament и есть Flintlock. И вот желание играть вот в эту игру, оно, я даже не знаю вам, вот... Соизмеримых величин, дамы и господа, нет, ну честное слово. Но в любом случае, я же немножко пообещал в первой серии, что мы чуть-чуть поиграем. Блин, она такая плоская. Ну прям вообще, ну серьезно. Ну смотришь и не восхищаешься ей. Ну ладно, ладно, давайте не будем о грустном. Так вот, я же пообещал, значит мы немножко поиграем. Слушайте, игра подфризивает просто умопомрачительно. Но, камон, мы не с таким сталкивались, правильно? Правильно. О, подожди, деревня, врата присяжных, в смысле? Алло, сюда можно идти? Кто с кем драться? Куда? Алло, с кем сражаться? Чё-то не понимаю. Я помню, что тут ничего не было, поэтому я так уверенно сюда пришел. Слушай, там будто бы точка интереса. А это что такое? Ну-ка. Ого. И как это? Ничего себе. А я точно человек? А, на ноль паркурить. Слушайте, ну давай глянем, что это такое. Никогда таким не занимался, и вот опять. Ну, выглядит... Так, походу... А зачем я сюда пришел? Подожди. Уии! Непонятно, зачем она сюда пошла. Так, а как назад улететь? Игра, я передумал. Опусти меня, пожалуйста. Не помню, на какую... На ноль вперед прыгнуть, отлично. Ну, хорошо. Не упали в пропасть. О, ты смотри, вон молодой сидит. А ты живой? Ты живой? Благословение, хорошо. Очень интересно, мне какое-то благословение дали вроде бы. А где взять, как говорится, блин, никак не могу привыкнуть к микрофону, неудобно он у меня стоит. Надо, наверное, переходить на микрофон на наушниках. Я все хочу этим заняться, но никак не соберусь. Блин, слушайте, а ведь для летсплеев это же вообще гениальная схема была бы. Это же супер удобно. Я вот не понимаю, я что-то активирую, а что дается? Непонятно. Непонятно, что дается, враги со щитами. Ну это очевидно же, что надо в спину бить. Не знаю, кем надо быть, чтобы бить его по лицу в щит. Сюда, молодой. О, он такой красивый без шлема, блин, зря мы его победили. Можно было с ним это, семью завести. Ну ладно, это уже история для другого видоса. Мы тут таким не занимаемся. У нас честные схватки, один на один. Ты добрый или не очень? Вроде добрый. А, он сейчас нам скажет, братан, нужно, короче, дырку пробить. Но перед этим нужно ее еще найти. Ладно, сейчас сделаем. Это я, в принципе, помню. На демо-версии мы с вами дошли до того, что добрались до какой-то деревни и что-то там активировали. Не поверите. Но мы и поиграли где-то в час в эту игру. Блин, вот этот Тигур Воротов были, вы видели этот мастерский мув? Я, честно, не побоюсь этого слова, пацанский мув. А почему они все злые? Нет бы, как-то не знаю, перетереть с ними, найти точки соприкосновения. А они давай драться. Типа такой страшный мир, что тут все друг против друга. Не други, неприятно, конечно, но куда деваться? Знаете, чему же проход? Чем больше это напоминает выход, а не вход. Ну, ё-моё, думал не пройдем, а мы прошли и тут тупик. Ну, нашли какую-то руду. А это выглядит как секретное место. Нет, нет. Ничего секретного сегодня не будет. У нас, кстати, ульта зарядилась. Но пользоваться мы ее сейчас не будем. Но тут еще вот налево был проход, получается, направо изначально. Давайте одним глазом на пол шишечки посмотрим. Тут еще руда, нормально. То есть у нас, выходит, имеет смысл ходить немножечко по ответвлениям и что-то лутать. Я вот сейчас уперся в геодату, и у меня сбился спринт. Неприятно, но фиксить это, наверное, никто не будет. Я сейчас, кстати, делал описание игры. И увидел, что это игра от создателей Ашина, по-моему. Нифига себе, они тогда замахнулись, или не они создатели. Короче, от каких-то таких неплохих работяг игра. Так сказать, не самых стыдных. Братан, ты думал, я до тебя не достану? Ты хотел переиграть эту мощную девчонку в этих невероятных обтягивающих штанишках?
И это вряд ли молодой. И эта мадама кого хочешь сама переиграет. Слушай, а тут оказывается так много всяких коллектаблсов, которые так или иначе можно собирать. Честно сказать, не помню, что в демоверсии я это делал. О, невероятный противник. Ты злой. Так, и там супер-мега-убер-пупер-элитник. О, достойный противник. Сейчас выбиваем ему всю эту. Дичь с него. Фига себе дядя долбит. Так, и как с ним? Ну, наверное, пойду ультану. Куда деваться? Хотя, мне кажется, и так зарядим ему сейчас. Сейчас только ему собьем шлем, у него шансов не будет победить. Ну, вот и все. Опустили молодого, опустили. Нанесли урон. И уничтожаем его. Легчайше. Ну и награду Владос нужно взять. Топор, предвестник оружия ближнего боя. Он теперь у меня огненный. Хорошее созвучное слово, но оно немножко ругательское, так что мы не будем это слово произносить. Так, я, честно сказать, я врать не буду, я заблудился. Честное слово. Я помню, что мне как-то надо обойти. Не помню как, но помню, что надо. Ох, уже эти знаменитые воры пороха. Пороховорохи. Пороворохи. Почему нет? Опа, ставим бочку. И баба-бах, сюда, ну тупо стиль. Ух, эту девку не остановить. Братишка, у меня атаки заряжены силой огня. Силой солнца, не ночи. Так что шансов у вас просто ниже нуля. Почему она бегает, как будто она навалила себе в штаны? Ну серьезно, я просто знаю, о чем говорю. Когда я себе в штаны навалю, я бегаю абсолютно так же. Но почему эта мадама так бегает, мне абсолютно решительно не ясно. Слушайте, здесь так много всяких ответвлений, а нужно ли мне ими пользоваться? Вот этот мужчина, зачем он здесь в углу стоит? Он явно что-то защищает, охраняет. Ну кто я такой, чтобы не всечь этим работягам? Они явно тут не просто так. Забавно, вот я вроде что-то активировал, а никакой награды мне не дали нормальной человеческой, мужицкой награды. О, этот жив? Нет, не жив. Опа, еще противник. Сколько миллионов противников? Это меня бьют или я бью? Не поймаю. Что за рыцарь? Откуда он? Может, он за меня? Братан, ты какой-то пес. Почему ты со спины на меня нападаешь? Слушай, ну хитбоксы даже лучше, чем обозаки, чем. Давайте я буду честен. Хитбоксы имеют мое уважение. Особенно, когда не имеют меня. Это значок, нужно рычаг найти. Слушайте, ну я иногда передергиваю, но... Блин, ну не на камеру же, как говорится. И серьезно, я сюда могу пойти? А это тоже злой мужчина? Меня немножко впечатляет, что я везде могу пойти. Куда бы я... А, это, походу, короткий путь, слушайте. Шуш, мэн, так это же... Это же шорткат, you know? Нормально. Даже над левел-дизайном поработали. Что творят эти чемпионы и боссы-качалки? Слушайте, ну там этот элитный мужчина. Нам абсолютно не хочется тратить на него больше времени, чем это нужно. Чем это необходимо, так что... Просто двинемся дальше. Эх, главное не двинуться в нашем деле. Нам вон туда, но тут же не пройдут, да? Или пройдут? Невозможно. Они там что-то говорят, но из-за ужасно сведенного звука я ничего не слышу. Оп, немножко камней соберу. Прям голыми руками, наверное, доставал. Ничего себе, что за невероятная атака, которую не сбить. Мужик, ну это было совсем некрасиво. Ладно, был неправ. Отчасти, разумеется. Так, сейчас надо прокачаться, наверное. Давай посмотрим, что у нас по навыкам. Мне что нравится? Мне нравится... Вот это мне нравится. А это что такое? Прицельный выстрел. Выполнить смертоносный. А давай попробуем. Не знаю, насколько это эффективно будет, но пусть будет. Хилок мне дали. Так, ну давай попробуем. Мастер аркебузчик. Ой, я теперь какое-то колдунство смог сделать. Слушайте, а может я это давно так делать мог? Просто не использовал. Надо попробовать сейчас. Может я правда могу задержать кнопку и нанести много урона? Ой, что за... О, птица! Птица-убийца просто! Это без вариантов. Птица — это самый элитный, мощный враг в этой игре, в мире.
В Dark Souls самые сложные боссы – ничто по сравнению с этой невероятной ультимативной птицей. Так, ну шо, пернатый? Да потом эту репутацию восстановим, мы ничего не потеряли. А вот птичке надо это, крылышки подощипать. Я просто хотел лутануться, а игра мне не дала. Я что-то пытаюсь его заставить воздух подкинуть, а он не подкидывает больше. Один раз подкинул, и все, вот подкинул. Хорош! Тупо птица горит, у нее такие отличные перья, они очень уязвимы к огню, я уверен. Оп, плюс репутейшн. Короткий путь или просто нет, это можно воспользоваться. Ну, я использую технологию суперсекретного паркура. Слушайте, а это выглядит как короткий... Ой, дядя, ну ты, конечно, и пес. Таких, как ты, в детстве обзывали петушком. Ну, вообще дальше, я даже знаю, куда нам. Я там был пару раз уже. И здесь, по-моему, где-то курица ходит. Невероятная верховая летающая курица. Вот прям как бы где-то не здесь. Надо с этим разобраться, он мешать будет. Да что же... Слушайте, я только что хвалил хитбоксы, но как-то это ситуативно работает, на мой взгляд. Шугубо личный. Шубъективный взгляд. Слушай, я хочу зарядить. Супер. Нормально так? Бахает, слушай. Атака и правда была заряжена, не обманули. Вот здесь правду сказали. Так, делаем сохранение. Не знаю, нальют ли нам бутыльков. Тут сейчас мужик к нам должен подойти. Так, братишка, давай мы сейчас возьмем квест у тебя. О, мушкет. Блин, сейчас будет тяжело. Оу, сейчас будет тяжело. Подожди, надо сразу же сначала было что ли зарядить? Я обосрался? Вы чтоб понимали, здесь ультимативнейшая сенса. Сенса настолько мощная, что я в шоке. Я проиграл. Я и в демоверсии это не мог сделать, чтобы вы понимали. Не совсем понял. Я не понимаю, зачем этим ненужным оружием пользоваться, когда есть более быстрый способ разобраться с противниками. А ну как мне говорили, надо с мышки целиться, и будет у тебя счастье. Ой, на мышке тоже дерьмово. Слушайте, я не знаю, кто это делал. Я честно не знаю, кто это делал, но по-моему он не очень умный. Фух, прошли самую главную миссию. Я хочу супермощный топор улучшить. Вот этот знаменитый, необычный. А вот поджигать сюда. Недостаточно ресурсов. Я всю игру собирал, абсолютно все ресурсы. И мне пишет игра, что недостаточно. Игра, ты меня не ценишь. Это добрые? Почему они добрые? Слушайте, тут целый лагерь был. Ничего себе. Что это такое? Нет, 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 назад, нет. Как выйти из этого кала? Как выйти из этого кала? Я не хочу сдаться, выйти. Если бы я знал, что это вот этот кал будет, еще небось денег у меня обобрали. Господи, здесь похоже со всеми можно играть. А я, кстати, помню, играл в Ведьмака, и я прям цель себе поставил. И, по-моему, я всех в Гвинте победил. Мне так эта механика понравилась. Не то, чтобы я люблю карты, но, как оказалось, люблю. Че, картежник Владос, что ли? Ой, люблю делать отверстия. Чем больше отверстия, тем выше ответственность. Ауф. Так, вижу лучника. Но Владоса так просто не провести. Владос сам кого хочешь. Он уже знает, что я здесь. Он уже учуял мое приближение и готовится драться со мной. Алло, да что с управлением-то? Тут человек делал игру или кто? Грэппл-поинты не работают. Господи, как же плохо. Была нормальная мужицкая игра, но нет же. Не-не-не, не подумайте, я еще даже гореть не начал. В смысле, еще один. Сейчас получше. Но опять же, надо привыкнуть, наверное, было. Выстрел из пистоля добил этого негодника. О, наградная награда. Ну вы видите? Вы видите? Я думаю, вы видите. Оп, сюда. И я в детстве по горам лазил. Вот.
Но меня били в детстве тоже, так что это... Все честно, все честно. Наверное, даже отдыхать не будем. Да, у нас же тут fast travel есть, не поверите. Слушайте, знаете что, я возьму, подбегу и скажу: «Хайя! Супер-мега-сила! Молнии, помоги мне!» И тупо убью всех, аннигилирую, уничтожу. Почему? Да потому что с петухами только так и надо сражаться, там, господа. О нет, зону захватили. Что же мы можем сделать? Слушай, элитный противник. Смог мне много урона нанести. Так, ну тут все просто. Нужно найти главаря. А потом уже будем защищать зону. Зачищать. Сначала нужно пройти. Я примерно помню, где главарь находится. Возможно, я, кстати, на что-то древесину нечаянно потратил. Можно супер-мега-убер-пупер выстрел? Сюда. Блин, я же увернулся. Игра, ну это какой-то петух тебя делал. Ну что же за жизнь-то такая? Я максимально фреймперфектно все сделал. Ну нет, игра говорит, нифига. Где-то вот тут этот босс живет. Вот-вот прям чувствую, чувствую запах босса. Я тут что, вторым номером играть? Не поверите. Слушай, ну не, хитбоксы тут ужасные. Хитбоксы тут делал не человек. Делал не человек. Просто сижу и думаю, насколько же мне долго до босса потом идти. Он, по-моему, вот там живет. Да, я вспомнил. Но есть ли здесь какой-то чекпоинт? А я вот не уверен. Главное все делать красиво и быстро. Че, просто с первой попытки босса одолеем? Как думаете, есть у нас такая опция? Мне кажется, да. Мне кажется, вполне себе возможно. Я нажимал ворот, два раза нажимал. Такие отложенные атаки в Бадзакиче даже не снились. Слушайте, я вам никогда не убью. У нее броня похожа, я понял. Феники, Феники, наноси урон, мазафака. Помогай мне. Ну я же увернулся, но игра, ну что за петушиные мувы? Неприятно, конечно, неприятно. У нас горит, мне кажется, быстрее, чем мы. Кстати, если сможем нормально сделать, противопоставить. Я не ожидал, что будет еще одна атака. Слушай, я почти победил. Ну, будь у меня больше хпшек, я бы победил. По-моему, самое неприятное, здесь нельзя до босса добежать, чтобы работяги за туманом остались. Там за туманами, вечными пьяными. Победили Владоса. Ну ничего, сейчас будет технология спидрана и паркура. Я уверен. Это лучшая схема, потом уже будем исследовать это все. Лутать ресурсики, необходимые для улучшения. Чтобы наш невероятный персонаж стал хотя бы чуточку сильнее. Кто-то... Не, я хотел сказать, что кто-то ведь продумал этот паркур, а нет. Никто ничего не продумывал. Не помню, здесь можно добежать? Они, по-моему, притягиваются. Не просто на максимальной скорости, без покорности. Сделаем быстрое движение, передвижение. Для побеждения, ауф. А, я тут даже не был, по-моему, слушайте. Ого. А, так вот же, как мы сюда идти. И все, иди сюда, молодая, снимай свои портки. Они тебе не пригодятся. Будем горение накладывать. Наверное, сбивать выгоднее, но камон. Кому выгодно, а кому эффективно, красиво подраться на воротах, как настоящий молодой мужчина. Честнейшей судьбы. Я выбираю второе. Хайя, говорит, молодая. Ну, а не такая она уж и молодая, знаете ли. Нажимал, нажал ворот. Фрейм перфектный ворот. Ты что творишь, Владос? Ты точно человек? Мне кажется, ты тигр. Сбили атаку, уронили на жопу. Она очень легкая, слушай. Она более чем легкая. Ну все, ломаем броню. И происходит отвал кабин. Да, она просто обычный рядовой противник, я понял. Было бы забавно, если бы она мне сейчас победить могла.
И-е-е-е, мы всех спасли, тупо чемпионы, главарь разбойников одолен. Ила рыбья, ну и названница, конечно. Эх, приятно делать квесты, спасать вот этих жителей, знаете ли, чтобы они балдежно жили, поживали, добра себя наживали. Что у вас тут интересного? Эх, сейчас бы анимации по 3 часа смотреть. Я не по... А, нам не хилку дают, это очень полезный персонаж. Так, а вы кто такой? Так, мастер, прислал бастер и пес, я уже месяц скитаюсь, если не можешь помочь, лучше уходи. Нужно пасть в закон, что ж, говорит, удачи. И это все? Вот это ты, конечно, помощник. Ну, квестодатель, конечно, мое почтение, ладно. Информация, переубедить мастера молота, уважаемая хозяйка. Мастер молота и ларыби своим домом. Строительство уверенно в беде. То есть, что надо сделать теперь? Просто пойти и что-то с плотником. Что-то. Короче, услуга за услугу, я понял. Брат за брата такое. А, такое нас взято, как всегда, за основу взято, уф. Сильный независимый плотник женщина, все как я люблю. Верного нам дом, флаги, так, мне нужно что? Сбить флаги. Ну, это выглядит как посильная задача для настоящего молодого мужчины. Как-то можно? Вот так. Жух. Что мне это дает? Просто туда могу прям? А как? Опа, сюда, треугольничек. Треугольничек. Отлично, успел. А как их сбивать? В смысле? Ну это какой-то кек. Сбейте флаги. Алло. Ой, как жопа-то горит. Как жопа-то горит. Собаки, сутулы, вы объясните, что сделать-то надо. А, то есть даже вот настолько сохранить. Я просто помолчу. Я просто помолчу. Потому что тот, кто это делал, у меня у нас головой не дружит. Слушай, петух, ты вообще... А этот говорит, я защитница, но я защищаю только от разбойников. Но не от этого, это мой парень, мы с ним это, перепиховываемся по ночам. Какая бутафорская игра, окружение вообще ни на чё не вза... Господи! Господи, это еще до хрена денег стоит, это ж шутка просто какая-то. Нет слов, просто нет слов. Дабл джамп периодически просто не срабатывает. А ну зачем? А, то есть вот так. То есть, видимо, мне реально придется каким-то секретным паркурным способом это все делать. Абсолютно пока без понятия, как это делается. Анимации просто 10-дневные. Я не знаю, как вообще это можно играть нормальным человеком, будучи. А, стрелять надо. Понимаю. Очень удобно, очень интуитивно, что самое главное. Для меня как бы в игре главное, чтобы все было интуитивно и понятно. Больше во мне, честно вам скажу, особо-то и не надо, лишь бы все как бы хорошо работало. Но нет, только не в этой, блин, мать твою, игре. Это просто трындец какой-то. А, ну скорее всего я здесь могу ходить, да? А, нет, это тень. Наверное, вряд ли. Да, попробуем. Слушай, я, может, просто отовсюду везде постреляю? Так, ну, нельзя ли так сделать? Смышку взять и... Да, можно, слушайте, интересненько. Ну, нормально, ладно, хотя бы так, хотя бы так. А, я в любой момент могу в эту штуку переместиться. Честно, для меня это какая-то лютая... сюрреалистичная штука. Я привык нормально путешествовать по-мужицки, чтобы честно идешь, перемещаешься, бежишь, а это какая-то дичь, какие-то космические перелеты. Кто я такой, чтобы говорить, дамы и господа? Кто я такой, чтобы вообще рот открывать, правильно? Значит, хорошо, вознаграждение. Ага, конечно, я в жизни это не буду заниматься.
Чушь, мэн. Блин, вот это сюжет. Не знаю, как вы, ребята. Настолько глубокого сюжета я 1000 лет не могу припомнить. Да Гритфл интереснее был, господи. Помоги добраться в закон, вроде что... Ага, белый мост, говорит. Да бояться, точно боюсь этой твари, хорошо. Ну, у нас есть какой-то квест. Куда-то нам сказали отправляться. Отправляться нам куда-то недалеко. Но мы сейчас, наверное, до чекпоинта дойдем, попытаемся. А есть ли у нас карта какая-нибудь? Слушайте, да, у нас есть карта. Ничего себе. А я могу просто как-то... долететь туда? Как знаменитый космический летун. Похоже, могу. Хотел было сказать, что выглядит как остановка, но вроде нет. Слушай, а может раскроется игра? Может зря я на нее гоню так сразу, так рано. Работяга так и не сбывается. Ладно. Надо будет это учесть для будущих посиделок. Не знаю, умеют ли с ними вообще драться, они же, типа, просто какие-то очередняры, нет? О, награда сюда. 2 древесины, тут досок 500 было. Я нажимал ворот. Я же жал. Ой, еще записка. Люблю, когда записки кладут. Ой, обожаю. Меня вот хлебом не корми, дай записки почитать. Ну блин, ну это самое лучшее, что может быть в игре. Ну вот объективно. Вот реально, ничего с этим не сравнится. Ненормально сделанная камера. Абсолютно ничего. Тут же где-то чекпоинт, да? В смысле, чекпоинт же где-то был? Вон же. Геодата какая непроходимая. Алло, молодая, ты это, соберись. Очень сложная геодата. Пули кончились. Забавно. Ну что ж, дамы и господа, наверное, на этом закончу. Премного всех благодарю за просмотр. Всем хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Всем добра и удачи, как-то так. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Честно скажу, что контента там почти нет, но вдруг кто-то хочет поддержать меня, так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает. Премного всех благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья, здоровья и играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Всем добра!